Давай, повествуй. Друзья, всем привет. Привет. Это «Рыбалка с Пашком», и сегодня мы вновь рыбачим на Москва-реке. Как обычно, по традиции, Володя приехал чуть пораньше и занял мне место. Красавчик. Место новое. Ну, место для нас новое, да. Будем облавливать, что? Кого поймаем. Да. Ну, Володьке уже поклевка была. Небольшая густерочка уже в подсадчике, в этом, в садке. Наверное, не знаю, не видел. Показывать не буду. Не будет, сказал. Ну ладно, потом в конце рыбалки посмотрим. Вот, ну что, сейчас будем раскладываться, я только приехал. Погодка чудная, солнышко светит, небольшой туман над водой. Красота, в общем, что сказать. Начнем потихоньку, да, Влад? Да. По ходу рыбалки расскажу вам все тонкости сегодняшней ловли. По прикормке поговорим с вами. Чё? Насадки. Насадки, как обычно. Остаемся. Все самое интересное, как обычно, впереди. Начнем. А вчера он мне звонил, Ром, говорит, сама на 3 килограмма, которые в Байкино стоят, поймали. На червяка. Поймали. На червяка. А ничего, что ты на солнце будешь снимать? Да не, нормально. Короче, лещи все практически пустые, будут они клевать или нет, но густерка, наверное, будет. Ты пока располагайся или проедь, посмотри. Да я здесь останусь, что мне есть? Я ж нет, посмотреть. А что смотреть? Места. Ты потом, после рыбалки посмотри. Если понравится, туда махнем. А сейчас, что ли? Не, ну я просто говорю, Паша. На будущее, а то хули. Да сейчас порыбачим. А, ну да, можно как перед отъездом. Ну конечно. Чё дергаться? За 2 года. Ну правда на той стороне. Все самое интересное будет впереди. Оставайтесь с нами. Сколько? Опять 8-9 взял. Ух ты! Как ты ловко вытащил. О, еще одно. Ух ты! Да. Тренировался, поди. Так, вот в комментариях спрашивают, на какое удилище ловлю. Вот сейчас расскажу. Значит, это у меня здесь фидер Шимана. Такая уже старенькая серия. Сейчас. Ну, Шимана. Да. Вот, Best Master. Бамбуковый мастер? До 110 грамм, длина 3,60. Это маловато. А, нет, я вас обманул. 3,96 длина. Вот. 3,96 до 110 грамм, Best Master. В общем, на нее ловлю. Сегодня на одну буду палку ловить. Первый попал, ну да, не глядя, в темноте. Из пучка выдернул какой-то удилище. И поехал. Что, начнем? Сейчас промеримся, посмотрим. А я сегодня на 2 червяка. Говорят, сама поймали вчера. На 3 килограмма. Вот, поставил. И будем ловить. А это мой любимый Rampage Zemex 3,9. Четвертая рыбалка на нем. Катушка Shimano 5500. Ультегра. Забрасывай. Давай. Расстояние 40 метров, глубина в районе 5,5. Кормуха 70 грамм, браунинг.
поводок 12-й, крючок 14-й, полный. Три опарика. Угу. Нормально. Ладно, начнем. Все молчком, да без стучки. Да, я пароход сниму. Пароход Ульянов Ленин. Ну что, друзья, промерился вроде. Дистанция такая приличная. Где-то 40 метров заброс. Ракушка. Подъем в бровочку. Ну, там заклипсовался, там и будем пробовать сегодня ловить. Так, сейчас прикормку замешаем. Сделаем несколько закормочных забросов. Поставим, попробуем поставить рыбу на точку. Ну а дальше по схеме. Начнем. По прикормке сегодня дикая смесь. Значит, Greenfish и Фадеев Fishing. Темная, ну и такая коричневая. Что, попробуем на ней замешаться? Чем черт не шутит? Да, Володь? Там вниз сколько? 40 сантиметров на глубину. Нет, что, руками не вел? Уже не привык. Руки уже под другой заточены. Садик, может, через час подойдет. Это больше позже. О, Володя, одного уже вытащил, почти. Давай. О. А 200 грамм 400 больше. Кто-то бы сказал крупный, но мы говорим небольшой. Подсак у тебя какой длинный. Ну, прошлую рыбалку с Лехой мы с тем подсаком, головой вернее, это, ужика поймали. Ага. А он застрял, пришлось его обрезать сегодня и выбросить. Ясно. Итак, у Володи очень приличная поклевка. Достойная. Сейчас мы подойдем к нему поближе. Опа. Уй! Сошел? Да. Ёптать. Собака. Ну что, по традиции, первая рыба ёрш. Рыба есть, это самое главное. Будем дальше пробовать. Да, у Володьки сейчас был очень обидный, досадный сход крупной рыбы. А это пока говорит о том, что в принципе, точка выбрана правильно. Рыба на ней есть. Осталось только подобрать крючок. Да нет, можешь крючок поменять. Заточи его, попробуй. У меня там этот есть, надфиль. Сейчас. Рашпиль нужен. Рашпиль, да? У меня единица стоит. А, ну ладно. Надфилем долго. Ну ладно. Рашпилем шмык и шмык. Ну, дома тогда заточишь. Да. Ну ладно. Про катушку забыл сказать. Шимано, значит, стоит.
4000-ник. Задним фрикционом. Хорошая катушка, мне нравится. Очень хорошо гармонирует с удилищем. Вот, ну что, ёршика поймали одного. Продолжаем дальше. Пробовать. Смотрим на кончик пока. От нуля ушел, да. Погода просто шик. Штиль, ветра нет, солнышко светит. Хорошая компания. Семейная. Семейная. Ладно, продолжаем, что, ребят? Вот, Володька тащит рыбу. Ну, это хороший. Без экстрактора не обойдись. Заглох. Ну вот, Володька поймал. И у меня первая рыбка. О, густерка. Тоже соблазнилась. Так что, рыбка есть. Продолжаем, ребят, ловить. Ром, ну-ка. Блин, ветка мешает, ну ладно. О, вот такой подлещик неплохой. Урод, сальцов не отказывай. Закла? Не. А? Нет. Этот. Густера. Странно. Она бойкая, потому что. Да? Густера-то бойкая. Потому я и подумал, что что-то хорошее. А то. Вот, друзья. Еще одна. Густерочка небольшая попалась. Володь, ну как у тебя дела? Да пока тухляк. Тухляк? Да. Ну, вроде-то пару рыб-то мы с тобой поймали. Ну, какой-то перерыв непонятный. Либо большая подошла, не хочет, либо хищник там крутит. Пару всплесков там было. Кто его знает. Ясно. Посмотрим. Ну да, время-то главное, еще. Главное, погода хорошая. Время еще мало, только 7:30 сейчас утра. Мы-то с ранья приехали. С самого ранья. Да. Ладно, будем пробовать. Да, народ потянулся тоже и на том берегу, и на этом. Посмотрим. Да есть что-то. Ребятки, не знаю, получится, нет. Уже в два схода было. Да я на камеру, Володь. Говорю, два схода было чего-то крупного. И вот опять что-то такое приличное. Тебе помочь? Да нет, сам справлюсь. Да ё-моё, я не понимаю, Володь, что за херня? Крючок поставь 12. Побольше? Да. Пиздец какой-то. 35. А зимой?
Что, друзья, вот повезло такого глазачика поймать. Ну, такой приличный для своего размера. Пойдем. Пойдем в садок отнесем. Не побоюсь этого слова. Чего? Богатырь твой. Да. Хороший. Сейчас покажу ребятам, какой у меня крючок стоит, чтобы они в шоке были. На маленький крючок было 3 схода, 3 подряд схода. Я психанул и поставил крючок побольше. Вот он. Ну, вообще 12 было написано. Во. Во, крючок поставил. И поводок 0,20. Короче, я психанул. Ну, клюет все же. Будем ловить. Мелочь, но приятно. Прям густера тут идет. Густера неплохая. Да. Будем жаловаться. Два. В этот раз 2 было. Сразу 2 поймал. Ну, здесь 2. А я по 2 таскаю, что по одному бегать, да? О, 2 рыбки есть. Ну что, друзья, время 9 часов. Клев так заметно прекратился. Даже на нет сошел. Володя говорит, даже на нет сошел. Ну, посмотрим, говорит, надо побрызгать. Сейчас будем подбирать дип. Вот, у меня было 3 схода, 3 обидных схода. Достаточно хорошая рыба была, судя по всему. В общем, не смог. Там у меня бровка крутая такая идет на подъем. Видимо, туда рыба упирается. А так, в основном, густера и белоглазка идет. Вот. Ну что, будем пробовать. Сейчас будем дипы подбирать. Посмотрим, что получится. Ну что, вот и Володя дождался своего гиганта. Красавчик. Комплимент? Да. Ну что, достанешь, а я сниму тебя. Ну, это... Полторашка, блядь. Точно. Оторвался, что ли? Девочка. Девочка? Ну-ка, давай-ка здесь я сниму еще. О,
Хороший. Хороший. И на что взял? На опарыш? Опарыш, да. С этим. Ваниль. Хорошо. Вот так вот мы и ловим. Так, Володь. Хороший, да? Вроде да. Все тяжело. Пробка тоже такая. Непонятно. Фрикцион не расслабляешь? Зачем так держал? Если нормально, на килошке. Один справишься? Конечно. Нет, больше. Больше. Кило 100. Хороший, что сказать. Ну, Юрий тогда тоже в обед. Утром не клевал, перерыв был. Видно, он пришел, всех разогнал. Паша, подай мне штрак. Бегемотик. Ну что, друзья, надоело. Прикормка закончилась. Время подвести итог. Сегодня, в принципе, неплохо мы половили с Володькой. Володька в основном крупную рыбу ловил чуть поглубже, а я на пупке ловил мелочевочку. Вот, ну были сходы хорошие рыбы. В общем, сейчас посмотрим, что мы сегодня наловили. Пойти доставать. Да я здесь поставлю, кстати, достану. Слушай, тут много рыбы-то. Много? Да. Да не так уж и много. Килограмм 6, не больше. А может и больше. Вот такой итог. Нормально, в принципе. А что не сказал, подключайтесь. Сейчас скажу. Ну, в общем, друзья, вот такой итог. Подписывайтесь на новое видео, ставьте лайк под видео. До новых встреч. Всего доброго. Пока. Пока.